Здравствуйте, дорогие друзья! Не секрет, что я сотрудничаю с премией «Автомобиль года в России» и что на сайте есть моя рубрика, есть мои видео. Именно поэтому я вам хочу сообщить, что 1 января голосование считается открытым. На сайте автомобильгода.ру вы можете голосовать за те автомобили, которые вы считаете по-настоящему лучшими. В этом году премия юбилейная, ей 15 лет. Среди проголосовавших будет разыгран главный приз. В этом году это Volkswagen Amarok на шинах Continental. Голосование продлится до конца марта, и в этом году, в отличие от предыдущих лет, лучшие автомобили выбирает широкий круг потребителей, то есть мы с вами, а не узкий круг экспертов. Я прошу вас все-таки найти время и проголосовать на сайте «Автомобиль года» не только потому, что есть шанс получить приз, но и потому, что в этом есть некая социальная миссия. Это получается огромное социологическое исследование. И на его основании многие производители, которые приходят и работают на российском рынке, делают свои выводы и предлагают потребителям, то есть людям, которые покупают автомобили каждый день, то, что на самом деле им нужно. То есть, когда вы отдаете свой голос за что-то, вы показываете людям, которые продают автомобили, то, что на самом деле вам интересно. Результаты будут подведены 23 апреля на торжественной церемонии, ну а присутствовать там помимо автомобильных журналистов будут также победители.